Добрый день, вас приветствует питомник Марини Стик. Хочу поделиться радостью. Мы сегодня приобрели новый вид улиточек для нашего питомника. Это архахатина эктерика. Улиточка достаточно крупная. Это малыши. Им всего лишь 2 недельки, завтра только исполнится. Когда они будут взрослые, раковина будет ярко-желтого цвета, а ножка черная, прямо как у архатины маргинаты-маргинаты. Вот для примера на руке специально держу, ну, уже чуть подросших маргинат-маргинат. И вот этот малыши нового для нас вида эктерика маргината, архахатина маргината. Как видите, ножки черные. У вида эктерика такие же, как у маргината-маргината, а раковина абсолютно желтенькая, без полосочек. У маргинат-маргинат желтая раковина с полосочками. Когда маргината-маргината малыши вылупляются, у них раковина тоже практически вся целиком без полосочек, но буквально в течение нескольких недель раковина становится все темнее и темнее. Смотрите, абсолютно ножка по темноте у эктерики не отличается от маргинаты. Плюс абсолютно желтая раковина, которая с возрастом станет только ярче, а цвет ноги черный-причерный, как у марга-марга. То есть представьте себе, как красиво и контрастно это все будет выглядеть во взрослом возрасте. Улиточки от 13 сантиметров по раковине, то есть с телом 2 раза больше, то есть это не мелкий вид улиточки. И при этом такой контрастный, яркий и красивый. Совершенно шустрые малыши, ничего не боятся. Вот уже друг на друга забрались. Я очень рада. Эти улиточки к нам приехали от замечательного заводчика Юлии Жуковой. Наши малыши, это детки от ее улиточек. Это второе поколение от природников. Родители этих малышей, первое поколение природников F1, живут у Юлии Жуковой. Это линия разведения Татьяны Уральской. Улиточки эктерика архахатина – это новый вид улиточки для россиян. Они появились в 2016 году. Привезли их Татьяна Гук, привезла природников. И вот уже получается, что действительно вот совершенно новый вид улиточек уже начинает распространяться по всей России. Вот такие замечательные, красивые ребятки будут у нас расти и радовать нас своей красотой. Будем делать про них еще видео, как они растут, меняются, развиваются, как приобретают более яркий и сочный окрас раковины. Несложные в содержании, как мне рассказал заводчик Юлия Жукова. Но при этом достаточно яркие и контрастные. Неприхотливые, хорошо растут. Кому интересно, как и дальше будут развиваться наши малыши, подписывайтесь на канал питомника Мария Мистик. С небольшим интервалом будем делать еще видео, как растут эти ребята, какие прибавки в росте они дают, как меняется цвет раковины. Вот архахатина маргината маргината и архахатина эктерика. Всего доброго, до новых встреч на канале питомника Мария Мистик.